очередная флажковая стоянка на моем пути. Здесь есть такие экземплярчики. Чейза сотая 3780. На спеках, на всех моментах. На расширении. Что-то со стопом какая-то проблема здесь. 110-я элита 2 300 000. Альтеза 1 800 000. Еще одна Альтеза Люката 1 600 000. Еще одна Альтеза 1 500 000 йен. Креста 90 турбо, нет цены. Сильвия 15 3 980 000. Это очень дорого. Еще одна пятнаха без цены. Чайзер 71 1 980 000. Интегра 2 500. Эмпреза 2 680 000. Еще одна Эмпреза 1,5. Целика 1 200 000. И Эволюшн у нас за 2 000 000 йен. Вот такая вот GT86 на расширение 3 757 000, почти 5 000 000 йен. Sky 32. Ну блин, не знаю. Ну, на спеке 25 мотор. Дорого что-то. И вот Марк 71. 2 980 000 йен. На губе, на мешах. Тонировочка такая зеленая. Ну, в принципе, все. А сотик без цены.